Всем привет! Очередная посылка из Китая. Это наушники. Разворачиваем. Итак, разрезал. Я заказывал двое наушников. Так, раскрываем. Должны были быть белые и черные. Сейчас посмотрим. Пока я вижу две белых тубочки. Так, вот одна туба, вот вторая туба. И у каждой есть своя инструкция и свое зарядное устройство. Вот инструкция. Ну, в общем, это беспроводные наушники, да, которые под Bluetooth подключаются. Подкос под iPhone, только стоят они 200 там с чем-то рублей. Значит, включить-выключить. Залезли вовнутрь. Вот так это все выглядит. Вынимаем. Нажимаем, настраиваем. Инструкция по настройке внутри есть. Сейчас, секунду, выйму. Что такого они размера? Ну вот, смотрим на палец. Вот палец. Давайте вот спичечный коробочек сейчас. Будет проще для понимания, какой размер. Засовываю в ухо. В ухе нормально держится. Без всяких проблем. Это правый, это левый. Внутри там штепсель для подзарядки. Ну, за эти деньги 300 рублей. Отличные наушники. Смотрим второй. Тоже белые. Хотя заказывал белые и черные. Но ничего страшного. Так, работают. Я уже проверил. Работают обе. Работают отлично. С телефоном сопряжается с любым. Ссылка на товар будет в описании. Все такое добротное, не хлюпенькое. Нормальная. Вот сюда засовывается зарядка. Заряжается от обычной зарядки USB на 5-вольтовой. Ну, для обычного телефона. Ну и, кстати, здесь, судя по вот этому вот, это мини-USB, то есть любая зарядка от обычного телефона тоже подойдет. Все, всем спасибо, всем пока. Ссылка на товар будет в описании. Проходите, заказывайте и наслаждайтесь, радуйтесь современными гаджетами. Всем успехов. Покеда.